Наступила весна. Совсем скоро весь снег растает, и все потерянные вещи весной всплывут на поверхность. Давайте узнаем у казанцев, что чаще всего они находят на асфальте после зимы. Что можно увидеть на асфальте, когда лед растает? Свое отражение. Реагенты, маски. Я тебя люблю. Ну, может быть. Надпись «Я тебя люблю». Фантики. Асфальт. Пустоту. Какую? Душевную. Асфальт. Снега же нет, теперь его видно. Вот. Собачий. Можно увидеть воду и грязь. Но в основном, наверное, у нас в городе все-таки грязь. А вот там пакеты валяются. Слякоть? Остатки цивилизации. А можно увидеть прекрасный граффити, который по всей Казани. А что самое интересное находили вы после того, как снег растаял? Пишите в комментариях. Это был соцвопрос с Алией Гизатова, Алия Кульбарисова. До встречи!